Жители и туристы массово покидают Гавайи из-за извержения вулкана Килауэа. Местные власти объявили один из регионов штата зоной стихийного бедствия и обратились к президенту США за помощью. Дополнительные силы нужны для эвакуации людей. Из некоторых районов сейчас можно выбраться только на вертолетах. Свои дома уже покинули около 2000 человек. Потоки лавы уничтожили более 30 зданий. На острове горят леса. Ущерб оценивают в миллионы долларов. При этом геологи предупреждают об усилении сейсмической активности.